Добрый день всем! Мы сегодня с вами съездим в поселок, откуда начиналась наша жизнь арендаторов в городе Паттайе. Поселок находится в районе юга Паттайи. Это уже район Наджамтена. Вот проезжаем мы сейчас плавучий рынок, такое красивое туристическое место. Где-то в районе 15 километров от нашего ресторана. Вот мы подъезжаем к нему, поселочек. Поселочек такой веселенький. Одна-двухэтажные дома на территории. Вот бассейн находится, сюда мы ходили купаться. Вечером бывало, ночью приезжали после работы. Вот наш домик, такой хороший, веселенький. Вот здесь мы поливали все. Вот здесь въезд в гараж, здесь беседка у нас. Вот такой интерьер веселенький. Вот это первый этаж, второй этаж спальни. Вот наша кошка, вот наша машина. Вот мы как раз проезжаем. Поселок называется Банбарами. Вот мы сейчас выезжаем и отправляемся. Пляж через дорогу находится, Сансет. Здесь виллы находятся, несколько гостиниц. То есть такое малолюдное место. Для пляжа это самое идеальное место. Людей вообще практически нет. Мы здесь постоянно одни находились. Сюда приезжаешь, релаксируешь, отдыхаешь, прям душа радуется. Сейчас мы отправляемся еще в одно место, где мы жили. Вот это еще Ривьера, поселочек. А вот заворачиваем мы на 9-ю соечку. Вот самое первое наше жилье, вот здесь было на третьем этаже, называется кондо Джамтен Бич Резиденс. Это вот 10-й год. Ну вот мы проходим, с левой стороны у нас тренажерочка, весь там набор, кому что нужно заниматься чем. И справа получается вот здесь такой бассейн. Ну по нынешним меркам, конечно, он не настолько большой, но для нас было это райское местечко. Вот здесь проходим холл. И здесь такой получается у нас второй свет в здании. Вот здесь такая зелень. В общем, очень красивая. Квартира была на третьем этаже. Двухкомнатная. Это как с отдельной спальней. Вот такое местечко чудное. Да, море было 60 метров, так что все прям было рядом. Вот наша еще одна покупочка. Мы купили сушилочку для фруктов, для овощей, для мяса. Сейчас пробную делаем. Это наш шприц кондитерский. Взяли мы для пробы фарш куриный со специями. Вот помидорчики взяли, замариновали. Все закладываем в сушилочку. Зависит от толщины продукта. От 6 до 10 часов сушка занимает. Температуру выставляешь 50-70 градусов. И вот уже у нас готовое все. Закупаемся мы фрукты на Тепразите, рынок оптовый. Вот здесь все можно купить для сушилочки. Здесь же бананчики, здесь же и манго, здесь мандаринчики, апельсинчики, а кому лимон. Вот такие цены. Фрукты привезли мы. Сейчас мы их разделаем, загружаем в машиночку, сушилочку. И вот уже практически готово все у нас. Вот такой десерт у нас. Можно хранить в холодильнике практически неограниченное время. Приятного аппетита! В настоящее время наши знакомые проходят карантин в одном из отелей Паттайи. По их просьбе мы приготовили им русскую еду и привезли им в отель на передачу. Вот как выглядит территория отеля. Процесс передачи очень прост. У вас забирают еду либо напитки, проверяют их и сами доставляют в номер.
Добрый вечер всем. У нас сегодня очередной праздник. А сегодня праздник у нас 19 января. Это крещение. Христианский праздник. И мы сегодня решили приготовить в честь этого дня вот такой вегетарианский ужин. У нас друг солист. Зовут его Владимир. Вот он нам посолил, вот у нас капустка. И мы на основе этой капустки приготовили такой чудненький винегрет. Вот видите, какой красивый. И сейчас мы будем дегустировать. А вечером мы выдвигаемся на море. Ну, у нас здесь обидно, проруби нет, как везде принято в России. Поэтому будем купаться просто в море. Кстати, она сейчас очень холодная для нас. Это в районе 26-24 градуса. Так что это для нас своеобразный прорыв. Начинаем дегустировать. Так, это капустка у нас. Очень вкусно. Ну, для нас не хватает остринки. Хочется перчика подсыпать сюда. Винегрет. Тоже очень вкусный. Все ингредиенты продаются здесь. Горошек, свекла продается в магазинах. Мы ее отвариваем. Капустка у нас есть. Зелень, это все есть. Все продается. Так что приезжайте, готовьте. А сейчас мы отправляемся в самое некогда людное место туристическое на Паттайскую. Паттайя парк, улица, Русская улица так и называлась. Вот здесь справа-слева жизнь кипела, бурлила буквально в прошлом году. Сейчас все это дело закрыто, пустует, рестораны, массажки, все это стоит на месте. Вот сейчас приближаемся к рынку, вот этот рынок, базарчик. Здесь раньше мы в очередь стояли, ждали, когда места освободятся. Сейчас все пусто, пусто, пусто. В одном из кафе мы взяли салат с овощей. Его стоимость составляла 60 бат. Подъезжаем в территорию гостиницы Паттайя парк. Огроменная территория большая. И все вы видите то же самое. Пусто, нигде никого нет. Сейчас мы по набережной возвращаемся домой. Здесь жизнь кипит. Тайцы приезжают с Бангкока, расстилаются номочки, покупают закусочку тут же, подъезжают на байках, им привозят покушать. И они тут веселятся, отдыхают. Здесь еще вот ресторанчики. Ну, народу немного, конечно. А вот так, сейчас дикий отдых вот такой пошел у нас. Вот такая Паттайя сейчас. Тайские фрукты, которые мы взяли. Манго, мамуанг, папайя, молоко, драконий глаз, тамонкоон, хлебное дерево, канун, мандарин, мендарин. За эти фрукты мы отдали 25 за каждую порцию. Понравилось это видео, не забывайте ставить мне палец вверх, подписываться на наш канал, ставить колокольчики, чтобы получать уведомления о наших новых видео и писать свои комментарии.